Мы начинаем с предварительных поединков, первый из которых бой в легком весе. И первый, добро пожаловать, боец из Махачкалы, Али Макамбетов! 70-700. А вот и его соперник из Нижнего Новгорода, Магомед Курбанов! 70-800. И традиционная дуэль взглядов. Face to face. Али Магомедов против Магомеда Курбанова. Следующая пара бойцов. Полулегкая весовая категория. И первым, добро пожаловать, боец из России, Джамал Алиев. Встречаем его соперника из Азербайджана, Юсиф Касимов. 66-300. Встречаем его соперника из Кыргызстана, Мохаммед Али Азизев. 57-100. Сергей Ширкунов против Мохаммед Али Алиева. Следующая пара. Тяжелый вес. И первым добро пожаловать, боец из России, Арслан Гримхалов. 108 килограммов ровно. А вот его соперник из Казахстана, Айбола Муратуви. 114 килограммов ровно. В суперлегкой весовой категории. И первым добро пожаловать на сцену боец из России, Мурат Касаев. 75-100. А вот его соперник из Кыргызстана, Талайбек Атис. 76-300. Его вес 114 килограммов.
Мека. Мы продолжаем и представляем вам пару бойцов легкой весовой категории. И первый, добро пожаловать, боец из Узбекистана, Эльмурат Батаминов. Сегодня 70-700. А вот и его соперник из России, Амру Макарбетов. 70-500. Эльмурат Батаминов против Амру Макарбетова. Мы представляем следующую пару бойцов. Полусредняя весовая категория. И первый. Добро пожаловать, боец из Новосибирска. Константин Бесяткин. А вот его соперник из Махачкалы. Хапи Натихин. 79-500. Константин Веселкин против Хабиба Напиева. Следующая пара. По моду легкая весовая категория. Добро пожаловать, боец из Грозного, Мансур Чамбурагер. 65-800. А вот его соперник из Махачкалы, Ахмед Омаров. 66-200. Мансур Чамбураев против Акубега Омарова. Следующий пара бойцов промежуточной весовой категории 68 килограммов. И первый, добро пожаловать, боец из России, Керди Шахрурамазанов. 68 килограммов ровно. А вот его соперник из Кыргызстана, Жадыш Ураимов. 69-500. Участников основных боев вечера, первый из которых поединок в суперлегком весе. И первый, добро пожаловать, боец из Новосибирска, Михаил Дорошенко. 74-800. Встречаем его соперника из Махачкалы, Шахфа Алхаса. 75-100. Михаил Дорошенко против Шахфана Алхасова. 1-й, добро пожаловать, боец из России, Виталий Косицын. 57-200. А вот и его соперник из Кыргызстана, Айтарбек Акипов.
Его соперника из Кыргызстана Бусон